Так, Андрей, смотрите, он один из тех, благодаря кому я должен был бросить все и заняться только этим. Я не стал его спрашивать, просмотрел ли он все 10 этих моих роликов. А это где-то 25-30 часов. Да, я его заранее сочувствую. Он просто взял, давай, вот взял и переписку, и много видео. И все смешалось в голове. Хранение семян в холоде, банки, пакете, знак сертификации, знак вопроса. Нужны ли опылители, знак вопроса. На 60 сантиметров глубина воды, господи, грунт, скала, знак вопроса. Есть своя слива, ля-ля-ля, это самое. Есть ли положительный опыт сохранения проклюнувших семян? Вы представляете, что было делать? Вот я вам пожаловался. Я неожиданно изменил планы. Чернова. Значит, смотрите, вы все это прочтете потом отдельно. Если мы укажем строчку, мы ничего никогда не успеем. Так. Его любой человек имеет свой опыт. Не обязательно хороший, разный. Вот. Я единственное, что хочу сказать. Галина Чернова одна из самых отчаянных спорщиц. Здравствуй, Галя. Вот. Мне нравится, какие умные, грамотные люди у нас. Я просто выделил, знаете как, еще ингибиторы прорастания в оболочке, которые материнское дерево закладывает в каждую косточку. Так, чтобы одни всходили быстро, другие были законсервированы. Хорошо, видите, она расшифровывает. Чтобы одни всходили быстро, другие были законсервированы. В случае природный катаклизм. Откуда вы это знаете? Я думал, это я придумал. А у вас такое впечатление, что это самое, где-то это где-то вы цитируете, а может сами себя. Но меня больше убило. И после такой вот гениальной строчки, да? Короче, я поняла, что вообще ничего не понимаю про ЕС. Жду вебинара с разъяснением. ЕС это естественно сертификация. Ну что, как так в это? Я только вас приравнял к академикам, а вдруг ничего не понимаю. Это тоже письмо сыграло свою роль. На всякий случай. Это только для продвинутых. Даже читать не буду, чтобы не пугать. Вот. Смысл вы уже поняли. Три орешка для Золушки. Доброе время суток. Посылку получила. Узнала о вас, о ваших вебинарах совершенно случайно. Ребята, я всех прошу, прошу. Бесполезно. Но трудно эту ссылку отправить 5-10 адресов. Вот. Нам нашего полку бы прибыло. Нас так мало. К сожалению, не могу поблагодарить человека, который рекомендовал вас, так как не смогла потом найти его аккаунт. Был прямой эфир по теме выращивания томатов. Так вот, там были обсуждения, вопросы от слушателей в чате. Здесь упомянули о вас, как ни странно. Да, мне только томатов не хватало. Конечно, я зависла на вашем канале, испытала двойное чувство, радость, благодарность, злость. Конечно, на заслуженных сельхоздеятелей, продавцов. Вот они-то это нас научили. Сколько же потеряно времени, сил, переживаний, нервов, а главное, уверенности в себе. Что же, буду начинать все сначала. Сейчас все ваши наблюдения и такая скрупулезная работа просто открыли глаза. Еще раз выражаю вам искреннее уважение. Процветание, здоровье, семья, делу, саду. С уважением, Марина. Спасибо за брошюру от автора. Значит, она прислала мне фотографию. Это распакована моя посылка. Вот, в том числе эта брошюра. Я написал, ни на что не намекаю, но цена 50 рублей. Вот, этих денег даже на бутылку пива не хватит. Можно было брошюру и купить. Если купить не меньше 4, тогда по полтиннику. Если одну, то 100. Это на всякий случай. Вот ее. Сейчас я не буду, не то, что я выставлю на пока свои фотографии. Я могу и к этим придраться, но будем работать в целом. Вот. Значит, еще. Если я, друзья, вас ни в чем не убедю, то принцип такой. Вы половину садите осенью, половину весной. Два яйца с корзинами. Нет, две корзины с яйцами. Вот этот принцип так. Весной садите в два срока. Хотя бы в два. Вы уже, особенно когда не знаешь, пораньше, попозже. Почему и так плохо, и так может быть хорошо, мы будем проходить. Получила посылку в лучшем виде. Это Зина Актёна. Так, теперь греется песок для сертификации. Видимо, вы прокаливаете его. Скажите, а такой журнал можно будет еще получить? Я так поняла, что это первый номер. Очень интересно. Дай 50 на стол под рукой. Ну, вот теперь поймите меня. Я заплатил
высылал 200 тысяч рублей со своих денег из кармана, из моего. Причем очень не последних, или наоборот, почти последних. И что получилось? Лежат нераспроданные. Ну, такая у нас страна. Слова тех, кто хотел продать, продать не смогли. Взялись за то, чего не умеют. Получилось 13 тысяч экземпляров. Ну и смотрите, повторяю, среди вас могут быть не то, что торговцы. Вот я сейчас разговаривал с Еленой из Красноярска. Вот. Они торговцы, они чего-то высылают. Я, правда, не понял чего. И они обязательно кладут подарки. И вот когда я предложил, я говорю, а вы знаете, по 50 рублей, а вы можете их по 100 продавать, там, раз у вас клиентура своя. А нет, мы будем, конечно, подарка ложить. Вот неплохой вариант. Но поговорили, и, кажется, забыта эта все идея. А идея заключается в другом. Кто-то из вас может их быть при, ну, 50 рублей начальная цена. Кто-то из вас их по 100 рублей может продавать в числе других каких-то товаров. Ну, подумайте об этом. Ну и друзей прошу. Вот. Бесплатные вебинары, может быть, и это самое. И не так уж плохо одарить всех своих друзей и знакомых дешевенькими брошюрками, но полезными. Потому что это пиво, оно через час, два, три окажется в унитазе, а эта брошюра, она очень ценная. Вот. Да и на пиво не хватит.